Вот вы сказали, что хотите бороться за кубок. А какие из команд вы считаете еще фаворитами? Кто может включиться в эту борьбу? Ну, исходя из турнирной таблицы ФНЛ, то есть это команда, которая вверху находится, потому что я не видел, в каком состоянии сейчас команда находится, кто как готов на данный момент. Вот, кто-то играет с Сосновой, кто-то играет вторым составом. Вот, поэтому я могу предположить, что кто вверху находится в турнирной таблице ФНЛ, те и будут бороться. Вот вы поиграли в премьер-лиге. Еще раз хотелось бы спросить, что вот эти игры дают именно? Вот вы сказали, что турнирная борьба, не просто сборы, не просто товарищеские матчи. Что дают вот эти игры, помимо физической готовности, там, отработки тактических схем? Ну, я же говорю, интересно в плане вот именно турнирной борьбы, в плане того, что есть какая-то мотивация, есть там какое-то пошаговое там движение там в таблице той же там в нашей группе. Вот поэтому это намного интереснее, чем играть просто товарищеские игры там непонятно с кем, с кем, поляками или с кем-то еще. Вот. И в этом, как бы, мне кажется, большой плюс этого турнира. Спасибо большое. Пожалуйста.